Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. В Кировскую область завезли банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом сообщает отделение Главного управления ЦБ РФ. Там предупреждают, что потребуется время на подготовку банкоматов к приему новых денег. Также в ЦБ обращают внимание на то, что купюры номиналом 200 и 2000 рублей не являются памятными. Покупать их дороже номинала не стоит, и их должны принимать во всех предприятиях. Новые банкноты были введены в обращение в середине октября. Тогда они поступили в города, символы которых на них изображены. Это Севастополь и Владивосток, а также в Москву, Хабаровск и Симферополь. Программа «Экономика». ИП предпочитают развивать бизнес в торговле. Она остается самым популярным направлением бизнеса. Каждый четвертый ИП занимается торговлей, сообщает Кировстат. По его данным, индивидуальные предприниматели за 11 месяцев этого года сформировали 24% областного оборота розничной торговли. Фактически в торговле работает почти 6 тысяч ИП. Примерно половина из них торгует непродовольственными товарами в специализированных магазинах. Выручка индивидуальных предпринимателей от продажи товаров за сентябрь этого года превысила 3 миллиарда рублей. В расчете на одного предпринимателя это 545 тысяч. Экономика на 101 FM. В Кирове открылся центр оказания услуг для бизнеса. Он работает в офисе Сбербанка на Дерендяева, 25. Туда смогут обращаться юрлица, индивидуальные предприниматели и граждане, которые планируют открыть бизнес. Там можно получить государственные и муниципальные услуги, услуги Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, кредитных организаций и консультации. Подобные центры создаются по инициативе областного правительства. Планируется, что они будут открываться в отделениях банков. Экономика. В завершение валютах доллар на сегодня 57 рублей 45 копеек, курс евро 68.23. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.